Начальника отдела по борьбе с организованной преступностью МВД Татарстана Ильнара Залялова на ближайшие 2 месяца отправили под арест. Подполковник обвиняется в получении взятки в крупном размере. 500 тысяч рублей он, по версии следствия, получил за покровительство бизнесменов. Показания на Залялова, по некоторым данным, дали 2 предпринимателей – Наиль Шайхутдинов и Геннадий Кириллов. По их словам, еще в 2014-м Залялов знал об их преступной деятельности в составе ОПГ «Тукаевске» и предложил заплатить за молчание 500 000 рублей. На рабочем месте и в квартире Залялова проведены обыски. Следователи устанавливают все детали уголовного дела. Подробный репортаж на эту тему смотрите в нашем следующем выпуске в 21:20. А пока к другим новостям.